Переход железнодорожных путей в неположенных местах может стоить жизни. Чтобы донести эту мысль до нарушителей правил безопасности, сотрудники административно-пассажирской инспекции, полиции и администрации провели совместный рейд. Подробности в сюжете моих коллег. Интенсивность движения электричек на этом участке высокая в любое время года. В часы пик сигнал поезда раздается здесь каждые 5 минут. Не менее интенсивно движение пешеходов. Утром поток людей не прекращается. Место притяжения – вот этот самодельный несанкционированный переход между улицей Красногорской и Зеленым переулком. Вы знаете, что вы совершаете административное правонарушение, а самое главное – вы подвергаете себя опасности? Ну, я же смотрю по сторонам. Это незаконно. Вы не имеете права ходить по путям, потому что это административное правонарушение. Девушка, я тороплюсь очень сильно, мне надо к врачу. Такое пренебрежение приводит к несчастным случаям. Последний произошел совсем недавно. Месяц назад здесь погибла женщина от наезда электропоезда. Как мы видим, здесь нефункционированный пролом в заграждении. И проход в этом месте запрещен. Наша цель – уменьшить и совсем прекратить данные несчастные случаи, чтобы граждане знали, где надо переходить, и знали правила перехода дорожных путей в этих направлениях. До разрешенного перехода на станцию Ухтомская меньше километра, но у нарушителей порядка желание сэкономить несколько минут всегда берет верх. Несмотря на усилия сотрудников РЖД, подобные лазейки появляются вновь и вновь. Постоянно ремонтируем, в течение суток обратно все выламывает. И сейчас материал опять собираем, чтобы восстановить заново. На этом участке раза два-три уже делали. Стихийный переход ликвидируют и на этот раз его закроют в течение 3 дней. На территории Люберец это далеко не единственный опасный доступ к железной дороге. Рейды на подобных участках будут проводиться в дальнейшем. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.